Республиканское унитарное предприятие «Беларусь нафта» особенно. Сельскохозяйственный участок номер один у вёсцы УЗА. На годиннику 6:55 раницы. Усе занятые на жниве находятся на мех дворы. Необходимо пройти обовязково перед рейсовым медицинский огляд. На гэты раз за увах у медиков внимание до кого. Члены областной мобильной группы подтверждают, ситуация с дисциплиной у сельскохозяйственных предприятий Гомельской области все это далеко не самое горшее, хоть особенно негативные заявы все же таки означаются. Там, где нет прибора, прибор не поверен, нет приказа, кто этим занимается, там такие случаи имеют место быть. Они придумывают разные легенды, они придумывают, что было день рождения, свадьбы, крестины и так далее. То есть они придумывают все, что угодно, не то, что надо. То есть на работу человек должен прийти трезв и здоров. Початок работы в этот день крыху стремливая мощный дождь. Меж тем комбайны покидают территорию мехдвора. Чекать больше сприяльных умов техника будет непосредственно на палетках. Для этого дозволить сэкономить час. Увогуле, зараз у Беларусь нафта особенно 15 комбайнов и все у працовном стане. Необходимая профилактика проводится в основном ночью. Для этого створена специальная ремонтная бригада. У светлый час суток техника повинна находиться на палетках. Урожай сёлета чекается не меньше за летошние, и его необходимо собрать без страт. По сравнению с прошлым годом у нас урожайность идет на уровне. Мы выйдем на тот вал, который был в прошлом году. Это порядка 17 тысяч только зерновых культур. Сегодня урожайность приближается к 36 центнерам. И в Речицком районе дождева приступили крыху поздней. С раницы тут так само прошел мощный дождь. Трагедия с вымышленной затримки вязковцы не робить. Час, как собрать урожай, еще есть. Згодно с информацией об сельхозхарчу, зараз збожевые убранные на май 40% площадь. 50% межу перешли Брагинский, Гомельский, Добрский, Речицкий и Хойнинский районы. Будет переходить сегодня быстрая уборка должна и быстрый будет посев. Поэтому сегодня сроки и борьба за зерно, она должна быть оптимальная. Вот с такой точки зрения оно будет и дальше просматриваться работа. Нас интересует сегодня и безопасность комбайнеров непосредственно. Это состояние машин на пожароопасность. Это минимум аварийности, минимум травматизма. Ну, для того, чтобы зерно зерном, а человек есть человек, его тоже нужно беречь, убирая урожай. Створение умов для працы – залог достигнутых поспехов. В Урецком районе ушановали одразу два молодежные экипажа тысячников. Одних из первых у Беларуси у якости подарунков, пылесосы, посуд, текстильные вырабы, все необходимое ухатнее господарцы. Для вязковцев жниво у вогуле час, когда можно значно полепшить финансовый стан. В том же Речицком районе можно заработать до 3000 рублей за уборочный цикл. После збожевых техника почне убирать кукурузу. Дожди, которые стримуют темпы работ, становчим чином отбились на урожайности этой культуры. Не глядя на незачёты сприяльное надворье, жниво меж тем протягивается. Все больше значная колькость палетков набывает вот такой выгляд. Збожа уже на осховищах, а тут только рулоны с соломой. Але их худко перевязуть. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».